Привет, друзья! Сегодня хочу представить вашему вниманию настоящий шедевр от суббренда TMSheng, бренд Suntren. Производит премиальные аудиоустройства. Вот одно из них сегодня хочу представить вашему вниманию. Это портативная колонка, которая мало чем уступает хитам от JBL. Чем она примечательна? Ну, это, во-первых, качеством исполнения безупречное, просто безупречное у нее исполнение. Она еще является водозащищенной, влагозащищенной. Детализация просто фантастическая. Фактура корпуса, плетение, оригинальный ремешок. Посмотрите, какой шедевр. Здесь вот резиновая ручка с надписью бренда и название колонки, прорезиненные кнопочки. В общем, исполнение просто выше класс. Придраться просто не к чему. Но самое клевое — это вот эта вот подсветка, которую можно регулировать. Это пассивные мембраны, или как они там называются, пассивные излучатели. Вы можете менять кнопкой манеру, стиль подсветки, либо цвет сам по себе. Так, что еще интересное у нее, значит, она стерео, разумеется, ребятушки. И есть вот такой выход прекрасный. Давайте я поближе покажу. Значит, есть под мини-SD-карту и под флешку традиционно. Зарядка Type-C, как мы любим. А что особенно примечательно, что она очень долго работает от батареи. Так, вот такая у нее упаковка великолепная. Все по высшему разряду. Называется Suntren M2. Так, что здесь из ТТХ у нее есть интересного? Давайте-ка рассмотрим ближе. Значит, 4 Ома, 4 Ватта. Или 40 Ватт, ну, в общем, китайские хитрости. 5 часов она работает. Питание 7,4 вольта на 2600 миллиампер. Достойно очень. В общем, более чем. При таком качестве звука 5 часов на приличной громкости очень хорошо. Значит, в комплекте идет пакет для переноски. Вот это просто потрясающий пакет, тоже непростого, а отличного качества, я бы сказал. Провод для подзарядки и аудиопровод, 3,5 мини-джек. В общем, здорово все. Инструкция, вот с водичкой, все дела. То есть можно использовать у бассейна, и даже попадание брызг ее не испортит. Так. Если включаете побольше громкость, то начинают вибрировать пассивные излучатели. Так, здесь у нее вот такие прорезиненные типа ножек, великолепно. В общем, колонка, ребята, просто огонь. Теперь ее можно даже взвесить. Давайте-ка посмотрим, сколько же она весит, такая прекрасная колоночка. 1,327 кг, вполне себе увесистый аппаратик. Вот такая вещь, друзья, уникальнейшая колонка, высококачественная колоночка. Разумеется, она имеет Bluetooth и флешку. Радиоприемника в ней нет, так что не обессудьте, как говорится. Вот, так что рекомендую всем. Подписывайтесь на наш канал. До следующих обзоров. Кстати, у этого бренда имеется еще ламповый музыкальный центр. Он есть в наличии. Тоже уникальнейшее произведение искусства. Там одни колонки, боже мой, это какой-то хай-энд. Все, всем пока. До следующих обзоров. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Чао, друзья.